Всем привет, дорогие зрители! Нашел четырехкомнатную дуплекс-квартиру по очень хорошей цене в центре Махмутлара, недалеко от моря. Вот, от моего места расположения до моря максимум 320 метров. За этим зданием улица Барбаросса. Вот проект называется Беслава 2, вот такого цвета. Проект находится между улицами Ататюрка и Барбаросса. Ататюрка у нас с той стороны. Проект был сдан 1.5 года тому назад, уже почти 2 года будет, через несколько месяцев. Здесь у нас парковочные места для велосипедов, также генератор. У меня тут была двухкомнатная квартира, продалась. В этой стороне у нас беседка, душевая часть. Зона барбекю вроде сделали уже. Открытый бассейн, который спустили. Квартира находится на верхнем этаже. Продается с мебелью и бытовой техникой по очень хорошей цене, которую я оглашу в конце ролика. Войдем мы в резиденцию, в комплекс. Вот, автоматически открывающие двери. Вот такая здесь керамика, кафель. Ага. Спустимся мы вниз. Тут у нас инфраструктура. Сейчас свет сам включится у нас. Так, свет включился. Где здесь у нас включатели? Вот включатели. Я тут снимал. Ну, зона отдыха. Тут детская игровая площадка, типа комнатка. Тут у нас фитнес. Теннисный стол. Вот такой фитнес-зал. Основное оборудование для спорта. Вот есть сауна. Так, здесь у нас сауна. Здесь хамам. И душевые кабинки, раздевалка. Поднимемся мы на верхний этаж. Такой лифт, вместимость 6 человек. Поднимаемся на верхний этаж. Поднялись мы на верхний этаж. На этаже у нас 2 квартиры. Это ваш личный шкаф. Так, здесь у нас прихожая. Так, начнем я с этой стороны, со спальни. Здесь зеркальце. Такая просторная спальня. Вот. Платяной шкаф. Здесь у нас санузел. Вот. Стройматериалы, как я вижу, качественные. Сторона южная и западная. Вот такие кресла. Кондиционер General, новая инверторная. Вот. Просторная спальня, как минимум 17 квадратных метров. Сейчас покажу. Здесь обои. Нет, это керамика. Здесь балкон. Начинается с этой стороны. Вот, есть вид на море. Эта сторона западная. Время съемки 16:30. Вот море. Вид на горы, на соседнее здание, на бочки. Вот такая терраса. Уже маркиза все есть, готовая. Я туда вернусь, с другой комнаты. Очень хорошая квартирка. Сами оцените, мне она очень понравилась. Сейчас скажу, чем изюминка этой квартиры, так как спальня на верхнем этаже. Мы еще будем спускаться вниз. Вот вторая спальня. Здесь четырехкомнатная, так что еще одна спальня осталась. Тоже просторная спальня, как минимум 16 квадратных метров. Тоже выход на эту террасу, как балкон, потому что здесь же маркиза, скажем, балкон. Идемте дальше. Коридор здесь продолжается.
С правой стороны у нас санузел. Вот такой интересный, красивый. Вот. Проточный водонагреватель фирмы Siemens. Здесь у нас отдельная кухня. Вот. Бытовая техника вся Siemens. Качественно. Вот вытяжка, плита, посудомойка, стиральная машинка, духовка и вот холодильник. Так, ну красивая. Отступил. Вот, кухонная мебель также есть. Вид на горы. Отсюда вид на море. Отдельная кухня. И здесь у нас на верхнем этаже гостиная комната. Так что одна спальня внизу. Сейчас мы туда спустимся. Очень просторная квартира. Жилая площадь 140 квадратных метров минимум. Со спальней спущу, сейчас скажу. Так, брутто здесь 170. Вот мягкая мебель. Стол вроде открывается ли он? Нет. Там даже есть вот моечка там, раковина. Фернанд. Это что такое? Чья-то голова. Кондиционер General. Телевизора нету, надо купить телевизор. Спускаемся вниз. Здесь у нас гостевая комната, не сделали, но можно сделать спальню. Включим свет. Так. Это, кажется, для утюга столик сделали. Так, а здесь как включать свет? Здесь кладовочка под лесенкой. Вот. И здесь у нас есть отдельный вход. Также есть санузел с душевой кабинкой. Три санузла с душевой кабинкой. Здесь закрыто, но вход также есть с нижнего этажа. То кондиционер General. Она раскладывается, как я понял. Так. Подведем итог. Дорогие зрители, ну как вам квартира 3 плюс 1, двухуровневая, в самом, можно сказать, что центре Мухаммедлара, недалеко от моря, двухэтажная, с видом на море, с видом на горы, инфраструктура также есть, айдат тут 250 лир, цена этой квартиры 107 500 евро. Так что обращайтесь, если вам понравилась эта квартира, номер указан в описании и в ролике этого видео. WhatsApp, Telegram, Viber. Отправлю всю информацию. Все, с вами был Акаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.